Хозяин с утра уже всех на уши поставил, чтобы все приготовили в лучшем виде. И девок пригнали. А, кого я вижу? Красава! Алюк, красава! Рад тебя видеть. А, только с утра заставляешь ждать. Ну, ты с утра, я 5 лет этой встречи ждал. А ты, между прочим, ни одного раза старого товарища не навестил. Ну, так засветились бы. Если я знаю тебя, значит, ты в деле участвовал. И потянулась бы нить рядно. Давай выпьем. Давай, наливай своей легкой рукой. Ну, давай. Ну, за встречу старых, нет, лучших друзей. Давай выпьем. Ну, давай. Рад тебя видеть. Скучал, Геруша, скучал. Ну что, присаживайся. Или, может быть, банька? Кабалицы уже застоялись. А я смотрю, ты еще веселее стал. Значит, хорошо все? Ну, ты появился, потому и веселье. Ну что, давай, давай угощайся. Все свежее, все с рынка. Это тебе не тюремная баланда. Хотя тебе никакие нары не испортили. Голливуд бы позавидовал. Ладно, ладно, будет мягкую солонку подстилать. Сальчом. Да я о том, что слишком хорошо тебя знаю. Что с долей моей? Ты за кого меня принимаешь, сынок? Был сынок, да весь вышел. Все нормально с твоей долей. Вот ключ от ячейки, банк моего друга. Тебя там встретят, проводят куда надо. Все покажут. Пиковый ты мой. А что за кипиш тогда с утра? А ты кушай, кушай. А ты постарайся мне аппетит не испортить. Горяченькие. И все для тебя. С утра заказчик приходил, очень серьезный. Любитель живописи. А вот здесь стоп. Мишаня, вот на этом ты свой рассказ можешь закончить. Я пока эти 5 лет на нарах чалился из-за этой вонючей статуэтки, решил, все, хватит баклажить. Мне ведь уже через 5 лет полтос, Миша. Слышь, полтос. Ну а что у меня за спиной? Детдом, трехотки. Больше похвастаться особо нечем. Не прибедняйся. Ты и между ходками хорошо тусил. Миш, ты что, оглох? Я спокойно хочу жихтарить. Так жихтарь. Ну, жихтарь, кто тебе мешает? Только за какой шиш? Пиковый ты мой. Сотка за душой. Однушка на краю города. Че ты мне втираешь? Ты же любишь барином быть. Баб дорогих шпилить, в лучших кабаках есть и пить. Геруша, нищебродство — это не твое. Ну ладно, ладно. Ну сколько? Лям на кону. Миша. Миш, ты что, швырнулся, что ли? Высокопоставленный человек желает, чтобы у него висела на стене картина, которая пылится у одного штемпа. А штемп этот что? Один живет, без охраны, без сигнализации. Абсолютно. У него этих картин только одни ему до одного места. Их собирала его покойная матушка. Так вот, по будням этот профессор читает лекции в Институте международных отношений. А в субботу, воскресенье и понедельник тусит у себя на даче. Но самое веселое, знаешь, в чем?
что уже готова копия этой мазни. Тебе нужно просто прийти и поменять картинки. И ты миллионер. Слушай, если все так просто, зачем я нужен? Что мало мастеров? Подмастерьев много, а доверяй только тебе. А насчет спешки, заказчик валит из страны навсегда. И у него послезавтра зеленый коридор. Ну ладно, Мишань, предположим, что все это для меня сейчас сказки братьев Гримм. А пойдем-ка мы попаримся. Пойдем, я знаю, у тебя байка такая славная была, по крайней мере. А то я смотрю, там шмары у тебя уже застоялись, а? А ну, давайте все в сауну! Старый ты жалун. Я знаю вас с мамой. Вы были любовниками. Ты хоть понимаешь, как это отвратительно, Вадим? Я любил ее. Не смей это больше обсуждать. Не сметь. Ты выбрал меня как долбанную копию, и я должна молчать. Что здесь написано? Что здесь написано? Ты моя жизнь! Кто именно? Маша? Или Катя? Ты ни разу не назвал меня по имени, твоя вечная Микюрида. Так кто твоя жизнь? Да, поначалу я видел только ее. Ее глаза, ее губы, ее улыбка. Но сейчас ты это только ты. Мне больше никто не нужен. А мне? Что тебе? Как мне жить с убийцей моей матери? Я никого не убивал. Ты моя. Моя. Я тебя ненавижу. А я ему не поверила. И все. Навсегда. Маша, как же ты не понимаешь? Он приносит только горе. Всем. Слышишь? Я не оправдываю Ирину Сергеевну. То, что она сотворила. Она просто его очень любила. Безумно. Она это сотворила, потому что была ему не нужна и не могла этого пережить. Она убила моих родителей, а потом цинично воспитывала меня, говоря, какая я ей родная. Ты вдумайся, мой муж, ее сын, моя дочка, ее внучка, еще и названная в честь нее. Убийцы. А Боря, он что, все эти годы знал? Да откуда он мог это знать? Письмо выпало черт знает откуда. А если это он его туда спрятал? Зачем? Чтобы потом перечитывать и получать удовольствие? Да? Что ты там затихла? Маша? Машка, ну не сходи с ума! Ты чего? Чего? Придумала? На! Что ты творишь? Адрес ты знаешь. А ты куда? Я на дачу к Шумакову и обратно. Стой! Я тебя не пущу! И я с тобой! Нет! Отпусти меня! Маша! Я сказала нет! Прости, милая.
Мне просто надо увидеть его глаза. Ты понимаешь? Я их увижу и все пойму. Все пойму. Понимаешь? Прости. Приехала, называется, сестру проведать. Сеньор Фуэго! Добрый день! Вы вышли меня встречать? Сеньор Фуэго! Сеньорита Филомена! У вас разве сегодня не выходной? Занятие завтра, кажется. Выходной. Но я подумала, что можно позаниматься с Каталиной танцами. Я не возьму оплату за сегодня. Ну, раз не возьмешь, то не смею вас задерживать. Подождите, а вы? Вы не хотите? Нет, не хочу. Потанцевать не хочу. Я понимаю. Но я нет, хотела спросить. А вы не хотите посмотреть, какое у Каталины прекрасное чувство ритма? Да и вообще. Да и вообще, давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы будете учить мою дочь, а я буду заниматься рыбалкой, яхтой. Красивые серьги, кстати. Угу. Привет. О, наша красавица сеньорита пришла. Сеньорита Филомена. Здравствуйте, сеньорита Филомена. Мировой, здравствуйте. А у нас уже сегодня выходной. И папа уже что-то придумал. Я не буду заниматься. Талиш, ну не бузи. Иди, поиграем. Нет, твой папа здесь ни при чем. Я просто решила, что мы можем заняться танцами. А это что за чудо? Это мой подарок папе. У него сегодня день рождения. Если бы вы пришли чуточку раньше, чтобы вы попали на наше пижамное пати. Ага. Что? Пижамное пати? Вы это слышали? Я думала, будет бал. Я надела корону, туфли. Сеньор надел смокинг. А маленькая принцесса не захотела надевать платье. Красивое, кстати, платье. Ага. Я шила целую неделю. И имениннику пришлось переодеться. И во что же ему пришлось переодеться? Пижаму, представьте себе. Сеньор Фуэго переоделся в пижаму. Действительно жаль, что я не пришла сюда раньше. Зато вы попробуете мой торт. Целую ночь готовила. Мирабель, нет никаких сил. Боже, как ты любишь из себя разыгрывать жертву. Папа же сказал, вернется с рыбалки и продолжим праздник. Так может, мы дождемся сеньора Фуэго? Знаю я его праздники. Придет с рыбалки, насупится в кабинет и будет сидеть там, как в норе. Бон аппетит, мои красотки. Мирабель, спасибо большое, но я не ем сладкое. Начинается. Сеньорита Филомена, давайте такая сделаем красивая, это. Все при чтобы ней. Мирабель опять не захотелось уволиться. Не непонятно. Она самая капризная в нашей семье. Давай. Я вот ничего не боюсь. За папино здоровье. Оно нам пригодится. Мирабель, вкусно? Вкусно? Угу. Борька, ну ты даешь. Ты, если решишь завязать с тренерской деятельностью, без работы точно не останешься. Маляр.
чемпион штукатур. Держи. Нынче на вес золота. Попробуй. Прошлогодний урожай. Это тебе, Никита Сергеевич. По-моему, пора докторскую практику заканчивать. На базар венцом торговать. На базар. Ну чего, я не против. Месяц торговли, мой годовой оклад. 13-я зарплата. Мне бы, правда, еще 2-3 виноградника и... Машенька. Борька наврал, что вы поссорились. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Привет. Да, как всегда. Привет. Рад тебя видеть. Я рада. Привет, Борь. А где Иришка? Да не волнуйся, она у Манана. Там Рикок готовится к свадьбе, они там разглядывают наряды. А кто такая там Рико? Ну ты что, двоюродная сестра Манана. Помнишь, месяца 3 назад ты в гости приезжала? Еще на день рождения попала. Не помню. Ты еще рецепт хинкали у ее бабушки спрашивала. О, хинкали. Боря, а можно тебя на минутку? 10 минут, и я весь твой. А пока, Машунь, попробуй винишко. Твой супруг посоветовал мне переквалифицироваться в виноделы. Извините, Никита Сергеевич, мне не до винишка. Холодненькое. Боря, нам нужно срочно поговорить. Не капризничай, я тебе говорю, 10 минут. Так, ребят, не ссоримся. Моя любовь, моя жизнь. Сегодня ты демобилизовался. Ты даже не пришел проститься, я узнала об этом от Побегайла. Прибежала на вокзал, ты уже заходил в вагон, но мой крик остановил тебя. Как же я рыдала, умоляла тебя остаться. Мне было все равно, что на нас глазел весь вагон. И тебе было все равно. Хотя тебе давно было все равно. Как и в тот день, когда умер Калинин, а я пришла к тебе и на коленях умоляла тебя остаться. Остаться вместе, начать новую жизнь. Обещала родить тебе ребенка. Точно так же ты безразлично сказал. Ира, ничего не поменялось. Прощай. А я не могла тебя отпустить. Я целовала тебя. Я пыталась впитать твой запах, такой родной, такой любимый. Я обнимала тебя так крепко, что тебе пришлось оттолкнуть меня. Другая бы умерла на моем месте, но мне было все равно. Никогда не забуду, как ты безразлично зашел в вагон, как вагон тронулся. А я бежала за твоим вагоном и кричала твое имя. Все выглядывали из окон, но только не ты. Потом я поскользнулась, упала, поднялась и снова побежала. Когда я выдохлась, ты просто остановилась. Я стояла и думала. Нет, не тебе. Я думала, какая бессмыслица в том, что я натворила. Зачем я убила твою Катю? Ведь ее не стало, я так и не стала тебе нужна. А еще я думала, смотря в никуда, что бы ты сделал, если бы ты узнал об этом? Наверное, убил бы и правильно бы сделал. Но у меня есть одно оправдание. Я люблю тебя и жить без тебя не могу. Ты знала об этом письме? Откуда у тебя это письмо? Алке нужны были ее детские фотки для ток-шоу. Мы пошли в квартиру твоей матери, и там я нашла вот это! Какой Алки? Нашей! Нашей Алки, моей! Она прилетела сегодня! Ты правда хочешь говорить об этом? Мне нужно знать, знал ли ты об этом письме? Знал ли ты, что твоя мать убийца моих родителей? Не смей. Бедный мой мальчик. Если бы ты только видел, как он отчаянно рвался к этому самолету, и сколько боли было в этом отчаянии. Несправедливо. Представляю, как он рад. Этому неожиданному возвращению, потерянному навсегда. Забирай Иришку, уезжайте.
Боря останется здесь. Ему сейчас непросто. А мне? А если он знал все эти 7 лет? Ты что такое говоришь? Я тебя прошу, дай мне это письмо. Но это ведь самоистязание. Позволь, я буду сам решать. Я ее ненавижу. Ненавидеть это... это самое простое. Я дома. Ира! 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 Ира, не смей! Ира! Не смей, Ира! Ира, не смей! Безразличный, кто смотрит мое обращение. Меня зовут Мария Зарубина. Я живу в Грузии, в городе Батуми. 7 лет назад у меня украли дочь. Это сделал мой бывший муж, Вадим Огнев. И все эти годы я ищу моего ребенка. Каждый месяц я обращаюсь к вам с просьбой. Если вы видели человека, фото которого сейчас на экране, обратитесь по номеру телефона, который появился на экране. Или по номеру телефона горячей линии, который вы тоже видите сейчас. Вадим, я знаю, и ты все это видишь. Прошу тебя, верни мне Катю. Mi nombre es Maria Zarubina. Vivo en Georgia, el diplomacia de Batumi. Has a signe advance, Miki, Fruit, Kulta, Wim, Marino, Vadim Ognev. Durante toda la vida, сам предпринимает персон, как не шапель. Сегодня мелкий вывоение. Вы сожалеете, не нравится женское вывоение. I have husband, but people. And both this year, I've been looking for my child. Every month, I turn to you with a request. If you saw a person whose photo is now on the screen, contact the phone number that operated on the screen, or by the hotline phone number, which you also see now. Thank you for attention. Bye. Vadim,
Верни мне Катю. Моя наивная настырная девочка. Но когда я тебя обманул? Прости, мам. Я поступаю как эгоист по отношению к тебе. Как бы ты ни поступал, я всегда буду любить тебя, потому что я твоя мама. Все хорошо. Ты знал? Значит, знал. Давно? Года 3 прошло после маминой смерти. Сначала я не мог туда заходить. Так больно было. Квартиру сразу снял. Я помню. Потом, когда боль стала тупой, стал заходить. Я долго ничего не трогал в квартире. Все казалось вот-вот. Мама придет и скажет. А можно мне самой распоряжаться своими вещами? Потом стал ночевать. Тогда, когда с Машей уже было невозможно, из-за ее вечных психозов, из-за Катюши. Боялся, что не выдержу. Уйду. Но Иришку она бы мне не отдала. Я все это знаю. Письмо. Мама, на полках было много фотографий ее и фотографий воспитанников перемешку. Я решил сделать для Иришки бабушкин альбом. Собрать только мамины фотографии все вместе. Я стал все перебирать, пересматривать. На одной из полок нашел детские рисунки. Много рисунков. Дневник ученика первого класса Бори Зарубина. Тетрадки с первыми словами. Оказывается, мама это все хранила. Письмо было в одной из тетрадок. Решил не читать, но не выдержал. Почему Маша не сказал, даже спрашивать не буду. Но почему сразу не разорвал? Не знаю, не мог. Ступор был какой-то. То, что
Ира это писала в состоянии аффекта, это понятно. Но вот почему после того, как пришла в себя, не избавилась от него? Потому что это я виноват. В чем? Мам, ты почему не спишь? А таблетки зачем? Ты заболела? Да, сынок. Я заболела. Ты не буди меня завтра. Я на работу не пойду, я отсыпаться буду. Тебя папа отведет в школу. Позавтракайте по дороге. Я уже договорилась. Иди спать, Боренька. Спокойной ночи, мамочка. Попей. Ма, я не хочу с папой. Он опять придет пьяный. Давай я завтра тоже никуда не пойду. Буду за тобой ухаживать. Ну ладно, я пошел спать. Боренька, подожди. Мамочка. Подожди. Прости меня. Прости. Прости меня, миленький. Прости. Прости мамочка, меня. Мамочка, что с тобой? Прости меня. Прости. Мамочка, мамочка. Не надо, не плачь. Пожалуйста, успокойся. Мамочка, не пугай меня. Мамочка, что с тобой? Мама? Мам! Мама! Это был первый мамин приступ, который я видел. Она еще смогла вызвать скорую, попросила, чтобы я выбросил таблетки и листок порвал. И потеряла сознание. Я тогда испугался нереально. Истерика, кажется, началась. Скорая примчалась, как метеор, и я ничего не успел. Помню только, что от испуга таблетки спрятал в карман пижамы, а письмо спрятал в тетрадку и бросил почему-то в отделение стенки. Маму увезли в больницу. Меня забрала соседка. Потом все как-то забылось. Детская психика, она такая. Вспомнил все только когда нашел. Никита Сергеевич, что мне делать? Пойдем в дом, Борь. И напьемся. По-моему, это сейчас единственный выход. Пойдем. Пойдем. Давай.
следующий раз надо будет напроситься с тобой в Канны. Ма, с меня обморочное платье. Но Бандерас, он правда маленького роста? Бандерасу очень повезло, что рядом с ним была Пенелопа. Она как дюймовочка, поэтому на фоне нее он смотрелся великолепно. Пенелопа? Да. Глеб, Денисов, ты был бы прекрасным ведущим. Опять-таки фактура, ироничный ум, находчивость. Я уже вижу название. Самые рейтинговые передачи «Сплетни» от Денисова. А три Спасибо. Ведущих немного для одной семьи? Тогда уже пусть дед будет актером. Мне Бардо нравится больше. Такой секси до мурашек. Я тебе дам. Ты смотри. При живом муже бить тебя нужно, не говорить за что. Но он же виртуальная любовь и временная, а ты настоящая и навсегда. Все, не оправдывайся, тайная ротоманка. Развод. Слушай, знаешь что? Я же не угрожаю тебе избиением, когда ты флиртуешь с влюбленными в тебя тинейджершами. Ну, это работа. А никто не забыл, что ребенок за столом. Пойдем, моя хорошая. Дедуль, спокойной ночи. Иди, поцелуй Аглашу. Аглаша, спокойной ночи. Спокойной ночи. Вичка, идем. А мы? Ага, привезли меня сюда. Скажи родителям спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем, моя хорошая. Бабушка тебе включит мультики на ночь. Ага. А теперь самый популярный каннский анекдот. Правда, немного пословатый, но... Прости. Да. Да. Да, благодарю, вы сегодня особенно оперативны. Спасибо. Денисов, давай анекдот как-нибудь в другой раз. Сегодня достаточно информации от тебя. Я вызвала такси, и оно приехало. Не рановато? Чтоб не ехать по ночной дороге. Да. Спасибо, милая. А ты не задержишься? Ну, у нас праздник только начинается. Не могу. А у папы завтра встреча с инвестором. Во сколько? В 9? 10. А, точно, в 10. Я что-то пропустила? Денисову срочно нужно возвращаться в город. Ну? От счастья встречи с нами он забыл, что завтра утром у него встреча с инвестором. Поэтому я вызвала такси. Просто из квартиры 15 минут до студии, а здесь придется в 6 утра вставать. Логично. Ну да. Моя любимейшая, умнейшая супруга, как всегда, права. Почему ты ничего не ешь? Точно все хорошо? Слушай, мне не нравится, как ты выглядишь. Ты знаешь, вот самое ужасное в жизни – это быть сыном врача, причем единственным. Правда, все в порядке. Ну что? Не волнуйся. Пора прощаться. Я ухожу, встретимся на студии. Всем пока. Ты проводишь меня? Не до города, до такси. Прости. Я в дамскую комнату. Напряжем молодое поколение. А, молодыш, вперед. Мела. Пока. Мам. Счастливо. Завари чайку, пожалуйста. Спасибо за подарки. Позвони, когда едешь. Обязательно. Пока. До встречи. Пока. Тебе не кажется, что они поссорились? Аналогичное впечатление. Какая-то неубедительная версия. Про завтрашнюю встречу. Ладно, понаблюдаем. А сейчас пойдем убирать со стола. Стоять. Я тебя очень сильно люблю. И правильно делаешь. Где тетя Алла? Ты меня обманула, чтоб от Манана увезти. Так, а ну-ка. Скажи мне, пожалуйста, когда я тебя обманула? Может, тетя Алла устала, прилегла. Сейчас пойдем посмотрим. Вот. Я же тебе говорила. Найди, знакомься. Тетя Алла.
Тетя Алла, просыпайся. Я тебя люблю. Приветик. Ну, приветик, Иришка. Так вот ты какая. Какая. Самая классная. Приведи ко мне. Все по скайпу, по вайберу, по фейстайму. А какая симпатяшка. На кого похожа? На маму, на папу, а? Девчонки, вы знакомьтесь. А я пойду прилягу на полчасика. У меня голова раскалывается. Маша, ты знал? Наверное, нет. Мамочка, а можно я угощу тетю Аллу конфетками? Ну, пожалуйста. Можно. Только одну. У нее на шоколад аллергия. Ал, только одну. Конечно, конечно, никаких конфет. Ну что? Что тогда? Ты бегом за конфетками, а я приготовлю чай и будем с тобой вместе пировать. Да. Но сперва у меня для тебя есть подарок. Сейчас, сейчас. Садись, будем вместе открывать. Надеюсь, тебе понравится. Я привезла этот подарок специально для тебя из Америки. А у меня для тебя нет подарка. Есть только воздушный поцелуйчик. Это самый дорогой подарок, который я когда-нибудь получала. Итак, крэкс, фэкс, бэкс. Очень красивая кукла. Какие глазки, волосики. Спасибо большое. Пожалуйста. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Мне ведь уже через 5 лет полтос, Миша. Ну а что у меня за спиной? Детдом, трехотки. Я спокойно хочу жахтарить. Так жахтар. Ну, жахтар, кто тебе мешает? Только за какой шиш? Пиковый ты мой. Сотка за душой. Однушка на краю города. А ты тут откуда? Бегемот. Кс-кс-кс-кс-кс. Да. А, хороший. С крыши? Ну, оставайся. По будням этот профессор читает лекции в Институте международных отношений. В субботу, воскресенье и понедельник тусит у себя на даче. Тебе нужно просто прийти и поменять картинки. Лям на кону. Ну что, новый друг? А прав Миш-то, а? Прав. Пойдем завтра с профессором знакомиться.
Надеюсь, тебе у нас понравилось. Теперь ты можешь никого и ничего не бояться. Мой папа самый сильный и добрый. Он нас всех защитит. Да-да, и Филомену. Что? Она тебе тоже понравилась? По секретику я тебе скажу, она влюбилась в моего папу. Да-да, Сапуш, видела, как долго она не уходила? Уверена, ждала, пока папа вернется. Пришла в свой выходной типа танцами со мной позаниматься. Скажи, смешная, а если честно... Но было бы здорово, если бы они поженились. А знаешь почему? В книжках все мачехи злые. А Филомена была бы доброй мачехой. И не обижала бы ни меня, ни тебя. Да-да-да. Но папе она почему-то не нравится. Хотя иногда он ее так рассматривает. Вот так. Вау. И как же я ее рассматриваю? А с интересом рассматриваешь. А мне кажется, вы с Мирабель пересмотрели душещипательных сериалов. А что это такое? Душещипательных? Странно, что ты не знаешь значения этого слова, умка. А подслушивать, папочка, нехорошо. Ладно, завтра в интернете посмотрю. Что значит посмотрю? Я же запретил тебе пользоваться интернетом. Пап, не злись. У меня же нет компьютера. Я думала посмотреть в твоем. Вместе с тобой. Мне нравится, когда мы дружные. Ну ладно, договорились. А ты не боишься, что мой подарок будет храпеть и мешать тебе спать? Ему снится сон, сказал Траляля. Так. И как, по-твоему, кто ему снится? Не знаю, сказала Алиса. Этого никто сказать не может. Ему снишься ты, закричал Траляля. И радостно захлопал в ладоши. Если бы он не видел тебя во сне, то где бы, интересно, ты была? Там, где я и есть, конечно, отвечала Алиса. А вот ошибаешься, с презрением возразил Траляля. Тебя бы вообще нигде не было бы. Ты просто ему снишься во сне. Точно. Ладно. Спокойной ночи. Всем. Спокойной, преспокойной. А Филомена все равно хорошая. А никто не говорит, что она плохая. Пап, я тебя люблю. Это Ирина Сергеевна. Твоя мать погибла при взрыве. Это был не несчастный случай. Ее взорвал твой муж. Вадим Огнев. Я все видела. Как мне жить с убийцей моей матери? Я никого не убивал. Если когда-нибудь захочешь меня вернуть, я подожду. Я беременна, Боря. Просыпайся. Ты обещала полчасика. Смотри, какую куколку мне тетя Алла подарила. Скажи, какая красивая. Из Америки. Еще она на земном шаре была. Ух ты. Ничего себе. А еще мы с тетей Аллой выпили чаю. Мамочка, извини, но я съела не одну, а две конфетки. Мамочка, ты меня слышишь? Где? Где ты ее взяла? Возле вашего дома, в бутике. Там земной шар. Все по теме. Возле нашего дома? Ну да, такой миленький бутик небольшой рядом за углом. Я его приметила, когда мы с тобой гулять пошли. Только Иришке не говори. Я сказала, что привезла куклу из Америки.
Вообще-то их было 7, целая коллекция, и земной шар у каждой. 7? Ну да, 7 было. Может быть, их еще больше в коллекции, не знаю. Тебе-то они зачем? Что опять не то? Ты видела надпись на земном шаре? Конечно, видела. Крутая надпись. Ты моя жизнь. А что здесь такого? Что здесь такого? Действительно, что здесь такого? Что? Просто эти слова выгравированы на моем обручальном кольце. Огневым.